7 апреля – день боли и горелого лука. Всем привет, ребята! Царь во дворца, царь во дворца! Ходи то, делай сюда, царь во дворца! Вроде такой хороший был день. Я выхожу из дома, спускаюсь по этим 2 ступени. И на ровном месте не было ни игрушек, ничего. На ровном месте подворачиваю ногу. И все. Ребят, первый кальсот, приготовленный нашей барбекюшнице. Те, кто не любит лук, сразу предупреждаю, подальше от экрана, потому что вас может страшить. Шедевр. Здорово. Мне не стали делать рентген, потому что я могу удержать свой вес. Мне перемотали с перевязкой ходить неделю. А вот, ну и... А я постельный режим. Господи, пожалуйста, спаси и сохрани. Аня, если бы она решила, что она не хочет идти к тебе, она к тебе не придет. Так, на самом деле, она очень головка, очень уверена. Но на самом деле, уверена, если ты классная. Классная черта характера, она мне сейчас не очень пригодится и очень поможет. Но нужно в меру. Нужно, короче, уметь использовать свои навыки. Упорство. 8 апреля – день засратого дома. Всем доброе утро. У меня все хорошо, я хромаю. Не сидит за компьютером. Я устал, я хочу и есть. Я не такого отдыха хотела. Вселенная меня неправильно поняла. За несколько лет Ольга превратилась из роковой красотки в грязную, голодную бомжиху. На сегодня весь день туман. Передавали 90% дождя весь день, но дождя весь день нет и не было, но у нас вот такой вот туман. И завтра, ребята, вчера ночью мы приехали, было 17 градусов тепла. Завтра передают 4 градуса тепла и снег прям у нас тут внизу, представляете? Аня, давай снимем кофточку. Давай, вот так. И вот тут тоже. Дырочка узкая, классная. Мы сегодня вечером идем и хотим пойти от Сюмуш, поесть роз. Мы и Сюмуш пойдем. Не, каждый день нельзя, а то вырастет у тебя чуррос. 9 апреля. Обычный будний день без детей в свинарнике. Доброе утро, ребята, всем привет. В общем, заварила себе чай с розочками. В таком в доступе чай, вот это йога-ти. Такие сейчас вкусные помидорки черри в Меркадоне. У вас глисты. У меня глисты. Ну не у меня же. Я тут немного повышивала при дневном свете. Даже все убираю, чтобы дети у меня здесь чуть-чуть не разнесли мою вышивку. То, что дети могут пораниться ножницами, это пофиг. А вот что вышивку разнесут, это очень важно. В общем, берем кусочек индейки. Такие вот шайбочки. Взбитое яйце со специями. Там окунаем это все дело. Сухари. Такой тоненький слой. И все. You моделируешь, моделирую. Ой, у наших соседей, смотрите, какие красивые цветочки. Не знаю, может здесь тоже организовать цветник. Я последнее время ездила в Испанию и видео снимала с вот этой косметичкой. Беженькая такая, довольно удобная. Но захотелось чего-то яркого, и вот у меня есть вот такая вот микс. Я навязала ленточку такую вот зеленую. Details. Немного разных пробников, парфюмов. И решила Монталь попробовать. В общем, вот пробничек. И называется это дело вот таким вот названием. Так вот, он мне настолько не подходит, что я вот полдня мучилась и думаю, да что ж так воняет. Хватит. Ты нас прямо около двери ждала? Да, я слышала вас. Сегодня будем смотреть аниме, да? Ну нахер. Наковырял себе. Фонтан такой был. Кровь.
10 апреля ломка по сладкому под интересный сериальчик. Всем доброе утро, ребята. Я уже сходила на маникюр, сделала ногти. Такие вот. Всем привет, я только что вышел от стоматолога. И у меня было две дырки в зубах, нужно было их заделать. Прикольно. Видишь, что нужно сразу, потому что это тянет, тянет. Там нужно почти все удалять. Катюша, она говорит, я хочу сушиться. Я ей взял прослушки, специальные батончики. Ну, ребят, ну что ты там взял мне мой любимый батончик уже? Знает, что я поправилась, знает, что я там что-то пытаюсь, горячусь, приносит мне мелкий. Вселенная не так поняла. Ты просто в другом месте поправилась. В заднице я поправилась. Он ночами сидит и чавкает. Кто? Ты. Если ночью, мне тоже нравится чай, ёбай, мелкий рай. Хочется чего-то съесть, не знаю, что я уже яблоко съела и кефирчик выпила. Очень-очень хочется батончик, но я не буду его есть. Если я что-то не съем, то я съем чего-нибудь полезного. У нас нет ничего полезного. Мы сейчас с Катюшкой посмотрели несколько серий классного сериала. Он такой, знаете, очень необычно. Кое-что очень необычный такой. Захватывает. Интересно. Реально очень интересно. Реально классный. Микс такой интересный. Всем спать. 11 апреля. Влажные мечташки о переезде. Я здесь в компании классной кучки моего нелюбимого дела. Это разобрать это все и разнести по своим местам. Да, до тошноты. Но благо есть отчаянные домохозяйки. Я смотрю и понимаю, что все так плохо. Но это не точно. Я себе не изменяю, взял себе панини с тунцом. И как я хочу, чтобы захотела кофе. А, ты же перед выходом прям попила, правильно? Вот. Я приготовлю с собой еду. Мне очень нравится, когда мы именно в пикнике делаем. Да, при дороге где-то едим, да, на улице. Что не хотим ужинать дома, потому что там мама придет, пока они там все поедят. Лгунья! Я в прошлом году так и не посадила в Испании тюльпаны, но я в этом году осенью посажу здесь. О, вот это мне надо. На балконе, вроде, посажу луковицу, чтобы уже на следующую весну у нас закрывать цветочки. Охуеть! Как же мне по***й! Если мы переедем, будет, мы не переедем в квартиру без балкона. Да? Да, я охуела. Потому что мы хотим, чтобы все комнаты выходили на улицу. Это главный критерий. Я желаю вам удачи. Усадили детей на бетонные лавки, чтобы те поели рыготу из контейнеров. Посмотрели сериал. Интересно, конечно. 12 апреля – день мытья из-за неудачной помощницы по дому. Ребята, всем привет! Мне Ваня поехала, в общем-то, по делам, я думала, что-то сняла. Я здесь езжу по разным строительным магазинам, ищу материал. Еще здесь столько нету. Мне глаза просто разбегаются. Честь. Девочки, я в шоке. Вообще, вот, ну когда это все закончится, уже не знаю. Вот, и сегодня приходила помощница по уборке. Даже полы не помыла и не вернула моющее средство на свои места, там, где она это взяла. Будем искать следующую. Мне нужна помощница с машиной. Это проблематично. Хочу здесь аквариум поставить. Ну это тебе обойдется в копеечку, то есть... Ну и он на... Короче, аквариум. Катюшка приготовила обед. Вкусно. Смотрите. Угу. Не то чтобы по вкусу вкусно, но... По сути, вкусно. И холодильничек у меня теперь чистый, сейчас покажем. Я его помыла, все здесь рассортировала. В общем, получилось. Кому нахер это вообще интересно? Давайте, я мою. Давай, слази. Таня кубик закопала. Я сегодня еще цветочки купила и вот сделала вот такую вот композицию. На лилии еще откроются. В общем, красота. Ладно, я передумала о ней. И вправду идеальная семья. Посмотрите, какая искренняя любовь.
В этом серии уже ужин, я приготовила такой вот салат. Наша любимая карапатица. У нас уже все в тарелочках. Апреля – день винишка в обнимку с новой печкой. Всем привет, ребята! К нам приехали гости, наши гости дорогие. Да, сегодня приехали Ванины родители. Камеру уберите. У меня здесь новые рецепты. Почему это похоже на червяков? Очень вкусно пообедали, и у папы прям руки чешутся. Делать опаловку. Сейчас ее будем крепить и заливать крышу. Ванюша, будет завтра презентация? Нет, завтра не понедельник. Ваня перед всем классом будет рассказывать про каждую фотографию. Ёб твою мать, красотища какая! Там новый строят, да? В Россию? Ну чё? Вот это поворот! Сейчас вот это закон, она такая вся чистенькая, да? Ничего лишнего, это вот все закончено. Но вот тут вот, конечно, сейчас трушняк. Вот мы переоделись, жара, я майку, шорты одела, потому что... Скоро любовь, скоро весна, ага. Еби меня, еби. Невероятно жарко, очень. И вот в ботинках. Она сняла кроссовки, не хочет, хочет на ногах ходить. Я их спрячу. И на гараж. Согласна, Ванюша. В гараже фиг кто что найдет. Пицца одна у нас уже готова. Мы сильно прогрели печь, поэтому не так быстро. Спасибо большое за просмотр. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Также можете посмотреть прошлые ролики. Обещаю, вам понравится. И напоследок хочу пригласить вас к нам в телегу, где я выкладываю выжимки влогов наших саморазвитых, где мы все обсуждаем в нашем классном чате. И всем пока-пока!